Привет всем, Драйв, Ютуб, Нива, как вы уже догадались, ковыряем опять. Сегодня будем заплатки ему варить, иди покажи. Подрубили, вырубили гнилушки, вот это нам сейчас дело, надо все заварить. Ну и обработать, конечно, все надо. На обработку пока, как обычно, финансов не было. Ну пока что, работы хватает, делать будем это. Сейчас здесь, может, заварим вот это, усилится маленько, тогда и в тот порог, может быть, срубим. Я думаю, никуда ее не поведет. Там вон жерон, тем более, у него идет. Обычно по одному порогу лучше менять, как вот на классике. Ну все, сейчас будем вырезать. До конца стараюсь не пропиливать. Видите, так надольше хватает. Ну вот наша заготовочка. Пойдем примерим. Так вот, нам надо ее под этот лонжерончик, гнилушку завести. Так. И он что-то не заводится. Сейчас немножко здесь мы подрубим пошире, сделаем. Тут еще битум мешается. Немного есть. Надо будет ободрать сейчас щеточкой. Так, загнали вот мы ее. Сейчас вот это мы все вокруг дела, ее саму жестяночку почистим щеточкой. Да, Андрюш? Ага. И будем переваривать. Сделал я вот так вот стык вот этого усилителя, чтобы у нас здесь не было двойных никаких вот таких вот, как было раньше. Видите, вот где контактная сварка. Она, в принципе, нам мешать не будет, все заварится. И здесь потом тоже проварю шов. Здесь, наверное, придется кусочек металла вставить. Вот узенькую полосочку. Ну, здесь тоже. Короче, здесь это усилится швами. Не будет двойных вот этих кромок. Так, чтобы здесь не ржавело. Все зачищаем. Тут пылиться нафиг будет. Так, прихватываем. Варочник мне тоже запарил много еще тут. Надо рукав брать. Так. Так, ну вот мы поприхватывали. Прихватывал я так вот, сантиметров через 5. Сейчас пробиваем. Немножко все. Так сказать, подгоняем. Варю я практически в стык, чтобы здесь не было, еще раз говорю, нахлёстки. Ну и будем сейчас проваривать. Все, уже сплошняком. Ну, начинаем вот. Рукав сейчас мозг парить не будет. Так, тут прошли сантиметра два, сейчас в другом месте, от другой точки идем, чтоб меньше вело.
Так, можно убавить еще тока маленько. Ну и проварим так все. Также подбиваем помаленьку. Ладно, все. Так, вот один. Ай, блин, горю, блин. Один край. Прошелся я. Сейчас здесь пройдемся. Конечно, рукав надо брать, мне, блин, когда я попаду в город. И деньги еще будут к тому же. Так, одну латку замазал, доварили. Теперь я тут думал проварить, тут видите, какая беда тоже. Тонковато, короче, придется мне сейчас вот до лонжерона, вот здесь лонжерон идет. Вот такую тут уже варена, вот эта заплатка. Вот здесь вот так обрублю. Короче, вырезаем еще латку, блин, придется. Кишка. После вот этих сварок. Все, режем. Давай. Почти прорезал. Почти, но не прорезал. Ну, понятно. И сделаем заплатку. Я думаю, смысла не было ее оставлять. Да, Андрюш? Все, идем. Выдать сейчас. Так, прикладываем вторую. Ладочку прихватываем. Так, ну прихватили и обвариваем так же, как тут. Все, начнем. Все. Так, ну вот днище мы залатали само. Тут маленько было, просто заварил. Здесь сейчас порог. Будем порог сейчас латать. Так, ну осталось пару латочек. Вот сюда. Уголок сейчас сделаем. Ну и вот здесь. И, в принципе, все на сегодня будет у нас. Ну, сейчас заварим и покажем. Вот так, ну все. Доварили мы. Покажи, вот, что получилось. Так, вот латки за платки. Порог у нас здесь доделан. Но здесь пока не буду, потому что здесь надо тоже задуть этим преобразователем ржавчиной. Это еще все почистить. Сейчас самое главное мы здесь подготовить преобразователем. Тут, конечно, еще надо будет говорить немножко. Но это потом уже, когда буду преобразователем обрабатывать. И тогда... Ну, вот так вот как-то. Так что продолжение следует. Комментируйте. Заходите на блог, на Drive.ru. Подписывайтесь на блог там тоже. Комментируйте. Так что всем пока. А, ну еще забыл тут сказать, сегодня у нас пятница, так что несколько дней, наверное, видео не будет, может, до понедельника, до вторника делать вряд ли буду. Завтра у нас субботу, 250 лет Сузуму, поэтому как бы завтра у нас выходной, в воскресенье, наверное, тоже будет выходной, поедем на речку, пока тепло стоит. Так что не теряйте. Все, всем пока. О. Поехали наши красавицы на выпускной бал.
Карета подана, все дела.